Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 2013 года выпуска. Двигатель 2.2 турбодизель, механика полный привод. Пробег на автомобиле 86 тысяч километров. Заменю на нем масло в редукторе заднего моста. Поднимаю автомобиль, сливаю масло. Поднял автомобиль. Откручиваю заливную пробку. Так как сейчас у нас мост немножко свешен, у нас масло должно побежать. А потом уже откручиваем сливную пробку. На мосту стоит защита. Вот здесь так сделано, что можно будет нормально слить и залить масло. Но при этом на защиту немножко протечет. Обычный квадрат. 1/2 отголовок. Ничего здесь не бежит. Но масло нормально. В принципе, так как и должно быть. Масло должно в Land Rover быть залито не по уровень, а на миллиметра 3-4 ниже уровневой пробки. Вернее, не уровневой, а заливной пробки. Подставляю тазик. Масло грязное. Прилично грязное. Магнита на пробке нет, просто покрашено, поэтому не поймешь, что там. Пустякает. Масло я буду заливать Castrol Sandrax Long Life 75W90, номер для заказа 150-05D. Открываю и немножко добавлю вовнутрь масла свежего, не закрывая пробки. Просто только для того, чтобы снизу смыло старое масло. Ну, все, в принципе, уже бежит чистое. Примерно 100-150 грамм масла. Закручиваю на место пробку. Пока здесь подтеки не смываю, пускай бегут. Залью масло, потом уже смою. Ну и заливаю. Благо здесь удобно. Можно пользоваться без нагнетателя. Должно войти примерно 1,6 литра. Thank you.
масло вошло больше. Я немножко масло откачаю. Откачиваю буквально 50-70 грамм. И закручиваю на место пробку. А вот теперь можно смыть обычный очиститель карбюратора. Он хорошо смывает подтеки масла. Вот так как здесь еще на защиту набежало. Смываем из защиты. Все, на этом замену масла в редукторе заднего моста я закончил. Всего вам доброго.